Сегодня президент России Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Она длилась почти 4 часа. Свои вопросы пытались задать более 1600 журналистов из сотен СМИ России и зарубежья. Среди них были и представители республиканских СМИ. Национальную телерадиокомпанию представляла Галина Титарчук. Она выходит с нами на связь. Галина, добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила, как и предыдущие годы, в Центре международной торговли. В этом году было одно из отличий, то, что первым предоставили слово региональным СМИ, то есть начали не с кремлевского пола, как обычно, а с регионов. Вопросы звучали самые разные. Говорили и о показателях социально-экономического развития страны, и о том, что Путин идет на выборы, с какой программы он туда идет. Одним из первых задали свой вопрос наши коллеги из Татарстана, и они, конечно, не могли не поднять такой вот момент языкового вопроса и укрупнения регионов. Путин пообещал, что регионы и языковые особенности каждого из них – это наша гордость, наше богатство, и никогда не будет такого, что регионы будут укрупняться и языки будут исчезать. На пресс-конференции от Чуваши принимали участие 4 средства массовой информации. К сожалению, никто из нас не смог задать вопрос, но, тем не менее, конференция была очень полезная. Мы смогли пообщаться с коллегами из других регионов.